Йо, представься. АГ Нижград. АГ, привет, слушай. У тебя сегодня оппонент интересный из Ижевска. Сегодня битва городов, Нижний Новгород, Ижевск. Ты покараешь за Казань, отомстишь? Слушай, за кроссовер целиком полностью. Как у вас у самих там ситуация? Что-нибудь лучше стало или нет? Ты каждый раз спрашиваешь. Ну, я каждый раз спрашиваю. Что-то может поменяться. Ну да, с надеждой, что что-то изменится. Я диплом вот защитил. Сейчас буду получать диплом на руки. Ты опять готовился за 6 дней? Я начал писать текст в понедельник. А, в понедельник. И что, как вообще настрой? Че? Как настрой? Да прикольно. Ну, типа, в финале, надеюсь, побатлить с самым сильным оппонентом. Ну, с кем? С финале именно. Ну, как два батла подряд невозможно? Все возможно. Ну, ладно. Слушай, помнишь, я тебе говорил, что если ты меня пропустишь в полуфинал, я тебе сделаю логотип. Ага. Я тебе сделал два логотипа. А. Это значит, знаешь, что... А, два финала, да, получается? Все, понял. Слушай, ну удачи тебе сегодня на батле. Спасибо. Давай, сделаю очень хорошо. Салям, представься. Крепаста, город Ижевск. Йоу, Крепаста, ты последний представитель Ижевска. Че, сегодня будешь мстить за свой город, за кроссовер или как? Кому? Пачуки, естественно. Он же из Нижнего Новгорода. Да, как его, Пунчер. Да, Пунчер. Слушай, как у тебя подготовка вообще? Ну, блядь, хуже всех вообще из того, что я когда-либо готовился на НДН. Ну ты заебал, если честно, ты постоянно говоришь. Ну нет, но сегодня все заебись будет. Ну сегодня заебись? Да. Точно будет заебись? Да. Точно проходишь финал? Да, по-любому. Ну а с кем финал проходишь? Блять, вот в полуфинале я Джамби хотел побатлить. Ага. Если бы, короче, чё, то этот в финале со Стэном, типа, прикольно бы, мне кажется, было. То, что последняя битва, и там, типа, Ижевск, Казань, типа, ну прикольно. А так, ну, со Стэном, скорее всего, хочу. Со Стэном, почему именно с ним так? То есть, ну, то, что вот я говорю, то, что Стэн представляет Казань, я Ижевск. Ну да, считаю, я тоже считаю, что Стэн должен отомстить за этот батл с Банди, блядь. Слушай, ну, спасибо тебе большое вообще за участие. Давай сегодня выступи хорошенько. Салям, это полуфинал in the Battle X2 BPM Казань. Вы где? Перед началом такого охуенного батла я хочу выразить благодарность площадке Race One, которая позволяет нам проводить самые пиздатые рэп-батлы в Татарстане! Итак, MC слева от меня, представься. Агенеш Грр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 рr Приехал к вам с Ижевска. Вас тут видеть очень рад. Я сегодня отправляю, блядь, уёбка в Нижеград, нахуй! Крепаста, город Ижевск, йоу-йоу-йоу. По итогам предварительной жеребьёвки начинает Крепаста, йоу, Никита Дражин, врубай нахуй первое битло! Эй. Так, Рауф, кто тебя обидел? Я не понял, бля, где этот пидор оппонент? А где это легкая пара? Валя Вальчинский, что с тобой стало в один момент? Я меняю свой облик, по щелчку пальцев я ебаный гомик. Да, ёбаная ге, это батл Нижеград. Перед выездом в Казань меня рец одеебал. Татарстан, это город, ведь я так сказал. Я рифую на глаголы, пиздец, уебан. Как тупая пизда, покривляясь в экран. Надо мной поугарали, феноман, перестань. Забываю флипы, такое бывает. Крутые панчлайны, их не бывает. Твой стайлак, ебаный, я дно беру в кулак. И ебашу пол, весь твой образ, лютый пиздос. Вижу его, топчу нахуй ногой. Сколько ты не пробовал наваливать, но только добывали. На тебе же попровали, мы бывал, ты вытвариваем. Мы тебя поранили, не игра по правилам. Это будет правильно, а сам пока проб... Давай почитаем парты заявки, ведь лучше уже и не будет. Забить хуй на текст, тараторка спасет. Алёша, беги, я беру микро в руки. Киди, тебе батл, петушилы, ты сегодня проебешь. Да хотя бы деграсит, ты какой-то батл МС, ты похож на педофила. Я не слышу пропагандов, хотя бы только смысл. Ты читал Рауфу за батл онлайн, хотя на онлайнах ты батлил и сам. Ему нельзя, тебе можно, пардон. Окей, перевод, охуевший гандон. Выбрай бейслайн, ты мудила, наебался. Тебя же подвобить, заебашу пидораса. Ебу вашего клоуна, толпа тут охуела, будто Каспиан Релоуда, бам! Вот это разъеб, смотри мне в глаза, ебаный задрот. Купи билеты, пиздуй-ка обратно. У нас уже есть очкарик на батла. Но вроде умный, хотя бы и ладно. Ты знаю, более-менее, блять, адекватно. Ты гонишь хуйню, сука, ебаный дурень. Кого-то напомнил, зову тебя Путин. Да, ребята, ебаный факт, за все свои батлы не панчил ни разу. В первую очередь батл на битах. В первую очередь это, блять, батл. Меня не победишь ты, если только, блять, во снах. Кто мне дал в полуфинал?
финал. Ведь у Бови на битах от идеи к воплощению. Это кто же так сказал? Батл МС, ты с натяжкой, блять, юродивый баклан. Ты прошел полуфинал, это просто пиздец. Научился читать, научись писать тексты, полез на меня, потерял тот рубеж, куда замахнулся, твое место здесь, а я иду дальше, прямо к финалу. Но стойте, ребята, мне что-то мешает. АГ послушай, вдвоем нам тут тесно, скибался, блять, батлит за третье место, нах! Ебать! У нас уже! Он сказал, у нас уже есть очкарик на батлах, Ижевск, мы завербовали вашего бойца, ёпта! Как вам первый раунд от крепасты? А какого хуя половина зала, блядь, не качается, нахуй? Сейчас будет читать АГ, качаемся все вместе, йоу, встречаем первый раунд от АГ, Дражин, врубай, нахуй! Чек. Чек. Чуть погромче микро, пожалуйста. Чек. Чек. Не, ну а чё бы мне сходу не начать за хуево завидно против меня? Просто мне дети на переросток, три крепаста, да, босса, ты крепаста, нет, и постер, можно просто чё угодно, тут отчитывать и после биты до меня одолевал пиздатых оппонентов, вот это уровень. А кабельщика Матвейка, ну и хуй, что они, блядь, не слышат биты, у нас есть охуители полуфиналисты. Блядь, ты реал, не отвечаешь за базар, как же сюда ты попал, и Назар реально не задумывался, ёбаный дебил, когда он на сезоне вот такое говорил. Нахуй ваш ебучий BPM с такими дырявыми батл МС. Ты ж как раз лучший пример, как эти дырки в МС сверлить. Вы напали на паники, доски маленькие, накидал вам металлики. Вы там курите калики, будто дарики, патики, перегарите, марите, потом троллите, рарите. Крепаста опасный, он гангстер, мастер, таких как я, он пиздит сотнями. Если ты такой пиздатый, чё же я тебя тогда не видел на кроссовере, а? Рифмы, панчи, рифмы, качи, путачи, мы начали битву. Те захуящие ебачи, где плачет, ты неудачник, незрачный мальчик. Как можно быть таким безликим бастером, честно? Я вас сначала путал с аркером, проходит как Лёха. На полуфинал тут в ямку бух, а там петух. Пока я на ведьте, весь этот зал в огне. Пока я на ведьте, я показал контент. Пока я на ведьте, тебе не взять индек. Сейчас и Назар пожалеет, что попал на АГ. Пока я на ведьте, весь этот зал в огне. Пока я на ведьте, я показал контент. Пока я на ведьте, тебе не взять индек. Сейчас и Назар пожалеет, что попал на АГ. Слишком трудно. Не ловите смысла, гайс, хук, это для гиперумных. На ЕГЭ все по 30, будто фикс прайс, реально. Чё за ненаношенный припев? Быть может, это сложно, но ведь только не тебе. Быть может, и поэтому ты тупо каждый день рассказываешь всем, что такое бодибэк. А может, это детская травма? Он ходил в магазин, блять, каждое утро заебывал кассира. Что это, бодибэк? Отвечали, да, мудак, мешок для трупа. Да, мудак, мешок для трупа. Отъебись и не приходи сюда, больше пасек. Как ты заебал меня, ёбаный ребенок, так хочется сломать твою башку об кассу. Ну, он понял не сразу, а Назар додумался еще раз спросить, что это бодибэк, и словил в ебало, да так, что запомнил, блять, на всю жизнь. Да, мудак, мешок для трупа, да, мудак, мешок для трупа. Мы же этого не знали, это очень трудно, что такое бодибэк, это мешок для трупа. Рассказывая, как ты до меня туда летел, показывая Матвейке и Ренату бодибэк. Звучал как Бэт Барс, мой с кассиром пример, но это как раз все о тебе. Топовыми стоками тебя я тут выстегну, далеко не весь, только запомни истину. Крепасту на сезоне никто не вынесет, пока лопаты не копнут все корни, в принципе. Это топовый пример, дали поебалы, запомнил бодибэк на всю жизнь. Прям здесь запомнишь имя. А, пока я на бите, весь этот зал в огне. Пока я на бите, я показал контент. Пока я на бите, тебе не взять индек. Сейчас и Назар пожалел, что попал на АГ. Пока я на бите, весь этот зал в огне. Пока я на бите, я показал контент. Пока я на бите, тебе не взять индек. Сейчас и Назар пожалел, что попал на АГ. Как вам Нижний Новгород? А как АГ? Итак, встречаем второй раунд от крепасты. Никита, давай заводи нахуй это петло! Да, нахуй, бля, батл рэп, блядь, это шоу танцы, нахуй, первый сезон, блядь. Ёб. Сейчас потише, ребят, ладно? Пожалуйста. Да хули ты крепляешься, блядь? Ты
ты топишь за идею. Это что, блядь, за прикол? Я не верю, ведь слова твои не стоят ничего. Эти ваши фавориты забывают, блядь, о тексте. Если это батл рэп, все, я, блядь, не батл МС. Ага, это самый важный по сезону, так вальяжно он идет на эпатаже. И с ним батлить так опасно. У меня совсем иная точка зрения, чем ваша. Это черный так и страшен, как его размали. Вали, баби, там как робот, вали на лихе, так я катаю. Либо не за эту фразу, в остальном тут все по факту, блядь, за все, что я читал. Моя совесть тут чиста. Батл МС вам урок, когда ебаться за слова. Вы батл с Тухаем, ты ебаный придурок. Обвиняешь пиздюка за наличие кумира. Блять, у всех были кумиры, и за это им спасибо. Он съебал юнца за это, блять, ты ебаный утырый. Как же долго угорал, что сказала эта падла. Тебе так нравится Отто, а я должен был с ним батлить. Ну тогда, Алёша, слушай, я почти батл с Мироном. Есть малейшая проблема, ему на меня похуй, как и Владу на тебя. Ведь ты ебаный аге, ты нашел, чем вы ебони. Да ты просто, блять, олень, ты какой-то батл рэпер. Блять, съебался на флешмоб, я о том, что ты до батла был вожатый волонтер. Много 21, такой вот сейчас рэп. Ты сегодня вышел в круг, непонятно, блять, зачем. Зачитай свою хуйню и пиздуй своей дорогой. Ты снимаешь свой костюм, но все так же просто клоун, блять. Ебучая шалаба на цепи, на шею чокер. Безобидный клоун, просто, сука, ты совсем не джокер. Тебе дали микрофон, доносить мысли в толпу. А ты тараторишь каждый раз несвязную хуйню. Что за высер, надо выхода, финала один шаг. Где же мысли, где же смысл у Алёши в руках, май. Новый батл, новый опыш, я нацелен убивать. Выебал сегодня, нижний называть, два типа. Не пытайся, мразь, казаться, ну и что же по итогу. Ты, увидев меня ночью, уступил бы мне дорогу. Ну и смысл это все, просто куча выебонов. Словишь пулю за идею, братик, что-то не похоже. Надевай костюм шута, это мой тебе совет. Если пиздец, ты тут нахуй, это реальный батл рэп. Забавил тут скрипастый, ты сказал на интервью. Вот все дождались, мы тут стоим лицом к лицу. Ты много на себя берешь, потом тебя ебошит рэмер. Я стою перед тобой, хули ты же будешь делать? Раунд. Как вам? Как вам? Ух, сейчас все ответим, ответим. Блять, Айназар мощно, мощно, очень мощно. Красавчик, заебись, заебись. Хороший батл. Так, а теперь встречаем завершающий раунд этого батла от АГ. Никита Дражин, врубай битлу! Чек, чек, чек. Еще громче микрофон, можно, пожалуйста? Чек, чек. На прошлом батле ты надел очки, модно пиздец. Мастер перевоплощений в трейде, айнозавр секси. Так понятно, что ты под меня хотел так закосить. Тут ты не сможешь, так как я пиздата. Очки носи, делаю тут стиль. Все татары на битах. Айнур, айран, айфон, айнозар, IMAG. Называй меня папка заяц. Я так больно трахну, что ты скажешь. Ай, давай-ка потраторим, чтоб пристаться. Ну ты и додик, ты и пиздрический битосик. Наш крепостой не вывозит. Да прикиньте, нихуя себе валит этот балабол в очках. Тут смысл ноль, но зато была тараторочка. Охуенный ник, сам придумывал, братан. У крепаста есть леттернейм, и ты не фан. Крепаста, меняем одну букву в слове. Рипкаста, ты забыл свои корни. Владик где-то охуел от ржевского бацика. Своей опасной наглостью крепаста заслужил абац. И сразу переходим, чтобы тайм не тянуть. Давай-ка припомним твой творческий путь. Айназар Маратович, 11А. Ну а хули, не хотите мира, выйдет война. На видосике стихи про войну он прочитал. Но одной хуйни я не пойму. Айназар перед прощением надевает наушники. Нам не может быть беда. Так нахуй это было нужно? Ты еще читаешь так проникновенно, сильно. А потом в конце говоришь спасибо. Что вот это такое? Это и так понятно слабо. Спасибо, это что? Это сразу вместо раунда. Чел, ты болен хип-хопом, но попал ты не туда. Разделяй свою дружность и реальную жизнь, пацаны. Думал ты уборство, оказывается, в творчество можешь сам. Заценим его художество, ну а хули, хейтеры сосите. Номинант конкурса рисунков Контрасити. Да, номинант, на битах ты реально попишься, братан. Эжен де Лакруа и Жевский, но талант не оценили. Ты настолько лох, что не вписали твое имя среди победителей конкурса Контрасити. Ну хейтеры сосите, хейтеры сосите. Кто тут из присутствующих? Ижевский дел? Это ж Контрасити, это Контрасити. Да, ты тип не понедельный, ты тут типа понедой. Ты тут тупо на обои, бой, кто за тобой, бой, что за губой, бой. Да какой покой, да какой там мне покой, пока качаю башкой. Айназар, Азазар, Айназавр, рысь тобой назад. И по тормозам, или отсюда показал. Написал, сюда залезал, ко мне полуфинал. Чтобы отсосать пацан, я финал не дам. Да нам не надо никак те, мне на финале, чтоб я те. Да я не знаю, кто там будет, знаю только, что не ты. Джайми или Стэн, одинаково поверь. Да, но сегодня ты закроешь же самую дверь. А, я охуеваю, будто финоман Дубая. Я охуеваю, будто финоман Дубая.
Это же Казань, да? Очень интересно, а как финал пропустят? Музыка Сыжевска, Айназар, Азазар, Айназар, рейс там Байназар. Ты по тормозам или отсюда по Казан? Да ты сам сюда залезал, ко мне полуфинал, чтобы отсосать пацан, я финал не дам. Я нам не надо таких, как ты, я на финале жду биты. Я не знаю, кто там будет, знаю только, что не ты. Джайми или Стэн, одинаково поверь, да, но сегодня ты закроешь за собой дверь. А, да нам не надо таких, как ты, меня на финале ждут биты. Да я не знаю, кто там будет, знаю только, что не ты. Джайми или Стэн, одинаково поверь, да, но сегодня ты закрыл за собой дверь. МД, а. Народ, как вам второй раунд АТГ? Мощный батл, очень. Самое время его отсудить. И первый судья — это полуфиналист прошлого сезона Ник Янг. Да, Тима Шума? Yeah, what's up? Привет, парни. Все, тихо. Классный батл, очень интересно. Вася спросил, кто выбрал второй бит. Бля, пиздец, чувак. Да не, в смысле, это вообще не имеет значения. Типа, ну, просто Вася спросил. Вася, интересно было. Короче, может, это амаш был, я не знаю. Ну, короче, прикольный батл, классно. Вот, я в тот раз голосовал за Крипас, мне понравилось, как ты батлишь. Мне, в принципе, сегодня понравилось, как ты батлишь. Но, блин, сегодня, блин, знаешь, чувак, знаешь, по энергетике... Бля, батл-рэп под биты — это такая хуйня, знаете? Это когда ты, блядь, два слова услышал за куплет, вот. Да, и пытаешься вот составить концепцию, блядь. Ну, грубо говоря, уже два слова. Вот. Хуль ты там, блядь? Вот, я, короче, АГ голоса даю. Я думаю, он сегодня был горячее. Но ты тоже был крут, мужик, вообще без сомнения. Вот, мой голос АГ. 1-0 АГ. Второй судейский голос выносит владелец такого охуенного места, как Level Up. Это не я, сдайте ему шума. Все. Пацаны вообще молодцы, подготовились прям усердно, биты, это круто. Но я думал, Сыжевский чувак просто разъебет. Но, бля, не получилось. Ага, у тебя подача крутая. И просто на расслабоне разнес его. Отгадаю голос за тебя. 2-0, ага. Третий судейский голос выносит Зе. Ребята, спасибо, что пошумели, пидорасы вы вонючие. Короче, скажу так, что я там толкнул, блядь? Он просил не шуметь за него, если честно. Да. Так вот, короче, что я могу сказать? Перед батлом спорил с Рамилем, кто выиграет в этой паре. Я очень любил АГ, блядь. Я думал, ну, однозначно АГ заберет. Но я, блядь, ну, я один, типа, слушаю, вот, и какие-то мини-темки, которые доходят от меня от крепасты, я просто сижу и такой, бля, ебать, меня ебнуло только что, как будто молнией нахуй. АГ охуенно профессионально, все тютелька в тютельку. Крепаста не так профессионально, крепаста... старался выгрызать свою победу. У него перформанс-фотка, которую я сжал. Знаешь, что я сжал? Потому что я слушаю, блядь, раунд крепасты и раунд АГ. Блядь, ебать, что творят пацаны. В общем, я считаю, что здесь, по моему мнению, 3-2 должен был выигрывать крепаста. Голос крепасти. 2-1! 2-1! Йоу, Ижевск еще не все потеряно, еще Ижевск. Так, четвертый судейский голос уносит золотой Лего Бионикл. Блядь. Йоу! Спасибо большое, бля, охуенно, здорово, круто. Блять, очень сложный батл для судейства. Я, короче, вообще, типа, я вначале думал, бля, заебись, приду, покачаюсь, кайфану. Нихуя не получилось, блядь, пришлось слушаться в текст, потому что скорость была сумасшедшая. Разобрал все, получилось. Ура! По первому раунду, мне кажется, у АГ было лишнее про кассу, вот эта вот вся тематика сторителлинга, вот это вот. Ну, какая-то она была незаходящая после вот этих вот хороших раскладочек. Она, ну, то есть, ты, короче, типа заострял внимание на вот этом панче, и поэтому у тебя сама раскладка была менее, короче, плотной. И, типа, она поэтому звучала хуже, но ради панча... Ты, то есть, ставил здесь на панч, но он... менее зашел. Не так, как ты думал, короче. У крепасты первый раунд как будто бы был слабее, короче. Не могу выделить конкретики, короче, но там были слетики и так далее. Я понимаю то, что это из-за шума было, но нужно было как-то продолжать тоже. Вот. Вот. Второй раунд очень зашел крепасты. Очень такой душевный, очень сильный раунд. Здесь был даже не бэтл-рэп, здесь какая-то трушность была, короче, о том, то, что если ты меня встретишь на улице, ты бы мне уступил дорогу, там, хорошие, классные штуки, реально. Я бы реально уступил дорогу ему, короче, блядь. Я бы его увидел, блядь, пиздец. Вот. Про очкарика прикольно. Ну, мне кажется, если чувак кепки в очках, это, блядь, заебись, блядь, за хуйня.
Вот, да. Блять, я думал то, что все, короче. Я такой думаю, блять, это перевесит никак. Но, я не знаю. Айназар, короче, блять, окси-раскладочка такая неплохая была, прям с перекрестной такой рифмовочкой. Я такой, а, блядь, сука. Короче, я не знаю, мне кажется, вот трушность против техники во втором раунде была. Я не знаю, я первый я не хочу. Да, наверное, второй был в равной степени, короче. То есть здесь была прям трушность, здесь была прям очень, ну, сумасшедшая техника, короче, хорошая, прям плотные, короче, и устойчивые прям рифмы, короче, рифмоконструкции. Вот, поэтому буду судить по первому раунду. И по первому взял АГ. Все. Да, 3-1. Я, в общем, должен теперь за эту 500 рублей, блядь. Вот, но при этом все... И Стэну тоже должен, блядь. Стэну я на другой батл спорил, в общем, блядь. Это, Лео не подведи, блядь. Вот, в общем, еще один голос выносит Феноман. Бля, я охуеваю, будто Феноман Дубая. Это, бля, пиздец разъёб был. Короче, крепасы очень трушно. Но, блядь, второй раунд АГ, именно техника, как ты... Ну, то бишь, у крепастого есть фишка, что он круто зачитал и сделал все трушно. Я что-то смешное сказал? Видите, как подсек сразу? Ладно, братик, успокойся, не буду я тебя пиздить. Этот... А крепасты очень трушно сделал, но суть в том, что тут, знаешь, я тебе говорю, братик, тут суть в том, что как играл, как менял флоу АГ, я хуй знает, как это перевесить. Тут, знаешь, типа, на втором, ну, если брать второй бит, это, по сути, твой бит, и как он сделал на твоем бите, я вообще в ахуе. Я вот, идет, ну, мелодия меняется, и АГ перестраивается сразу моментально. Когда он считает полушепотом, он говорит, я прям такой, блядь, как ты только что кричал, у тебя голос уже должен разъебаться, ну, горло должно разъебаться. У меня, кстати, вот горло село из-за того, что я кричал, блядь, пиздец, как. Вот, и, блядь, АГ очень круто, я хуй знает, что тебе надо, блядь, дальше ебашить, типа, куда-то, блядь, на версус, на слово, блядь. Но, чувак, это твое, и мне нравится то, что ты так двигаешься. Спасибо большое за батл, пацаны, очень круто, это мой голос за АГ. 4-1. Теперь я хочу спросить вас, кому понравился АГ? Кому понравился крепасты? АГ? Крепасты? Со счетом 4-1 финал In The Battle X2 проходит АГ, а ты выбирай победителя в голосовании, это был In The Battle X2. Добро пожаловать!